Жители пятиэтажки в микрорайоне «Магнитка» уже неделю страдают от запаха канализации. Говорят, теперь, чтобы пройти возле дома или в подъезде, необходимо закрывать нос. Горожане обращались в управляющую компанию, но безрезультатно. Чтобы найти протечку, им самим пришлось лезть в техническое окно. Вот в этих проемах, вот в этой перегородке, в одной стороне канализация, а с той стороны дома, вот со двора, там уже со той стороны вода в следующем проеме. Дождевая? Да. Ну, я не знаю, какая она, или с трубы она бежит, или с дождя, но там вот такой, я потому что камень бросила, там вот так вот воды. Больше всего от запаха канализации страдают жители нижних этажей. Они же и написали первое заявление в управляющую компанию еще 11 сентября. После этого туда же обращались и другие. Там ответили, что ремонтная бригада была, утечек не обнаружено. За неделю, пока жители дома общались с коммунальщиками, ничего не изменилось. Говорят, только после дождей добавилось воды еще и перед домом. Сейчас владельцы жилья готовятся писать коллективное заявление в прокуратуру на бездействие коммунальщиков. В прошлом году мы зимой аварийку вызывали, нас отсасывали канализацию тоже. Были годы, да каждый год у нас что-нибудь с подвалом происходит, по щиколотку воды. Мы платим полную стоимость за горячую воду, а идет парное молоко. А до пятых этажей вообще мало что там доходит. Так что поэтому у нас проблема воды хорошей, горячей дома нету, а вокруг, как вы заметили, ее много.